Да здесь целая улица этих кафешек. Да тут весь город. Весь город одни кафешки. А сколько стоит? А цены? Мы куда-нибудь приедем. На парковку, да. Наше первое кафе в Южной Корее в Сеуле после самолета – это лотерия, сеть закусочных. Это гамбургеры, картошка, курица и напитки. Цены почти такие же, как в Макдональдсе. Но выбор больше, и еда намного вкуснее и острее. Самый простой гамбургер стоит около 150 рублей. Заказали в кафе «Лотерия» бургер с трюфелями. Сейчас покажу, какой. Вот, самый дорогущий. Говядина, трюфели, картошка фри, кофе и напиток. И там со вкусом грейпфрута и ананаса. Это где-то 750 рублей всего. Бургер с трюфелями. Трюфели первый раз попробовали. Просто хочу показать цену. 11 тысяч. Это бургер плюс картошка. Дон Димон Дизайн Плаза. Это футуристическое дизайнерское здание очень необычное и находится недалеко от нашей гостиницы. Сверху похоже на инопланетный космический корабль или на какое-то сверхъестественное морское животное в панцире. Вторая часть музея получается, D2. Номера зданий. Сейчас M3 посмотрим. Световые штуки. Показатели. На парковку, да. Внутри тоже все непросто. Есть что посмотреть. Но мы пришли сюда с конкретной целью посетить выставку Тима Бёртона. Я уже снимаю видео. Потом обрежешь, как тебе нужно. Нет, вот так снимай. Съемка самой выставки запрещена. Можно сделать веселые кадры рядом с его персонажами. На выставке есть сувенирная лавка для поклонников его таланта. И, конечно, что еще делать в такой дождливый день? Был еще шопинг, но, к сожалению, я его не снимала. Вот такие супы. Очень сытные и не калорийные. Должен быть суп-пюре. Дочь заснула. А сейчас... Сливаем водой. Я просто одной рукой держу телефон, а другой снимаю. Так, прошло 2 минуты. Я его очень хочу есть. Мы сегодня целый день бегали по Сеулу. Какое-то странное месиво. Получилось не суп-пюре. Очень вкусно. Морская капуста и какие-то соленые штучки. Да, кстати, вот это персиковое пиво. Очень вкусное. Редко хвалю такие треугольники бутерброды холодные. Вот этот вкусила просто с яйцом и ветчиной. Обалденный. А вот эти супы из Новой Зеландии мне не очень понравились. Еще взяли 2 супчика сырные и с кукурузой. И тоже сколько стоит? Меньше 100 рублей. Купили 3 супа, заварила из морской капусты. Был брикет, вот он растворился. Попробовала, вкусный. А это я даже не смотрела, что за суп. Я на диете. Говори вот это. Вот это крабовый салат, а тут пюре с каким-то мясом, по-моему, свинина это. Бекон. Вкусно? Вкусно. Так, второй день. Можно сказать и третий. Мы же мы ночью приехали. Легли спать. Солнышко вышло только сегодня. Сейчас покажу, что за окошком. Наконец-то нет дождя. Отсюда, из нашего номера, видно Сеульскую телебашню. И она не фокусируется, все вот отсюда. Купили карточки универсальные на метро и на автобус. Написано еще поезда какие-то, но вряд ли это те поезда, которые между коронами. Стоит такая карточка 2500 вон. Слушай, разверни одну. Я покажу, какая она красивая. На сувениры можно будет взять. Сейчас погреем пиццу. Попьем сок. Пицца, это... В нашем отеле.
Смотрите, стойка, стульчики. Как вкуснятина. Вот цены. Большой рынок еще и в эту сторону. Очень много едят людей, туристы и местные. Обязательно сюда сходим, поедим. How much? 7,000. Это Korean, Korean. How much? 7,000. Я купила один такой. Давай, я потом уж тоже возьму. Гонай покупай. Маски. Ух ты. Пять тысяч магнитики. 250 рублей. Маска. How much? Деньги. 10. Деньги. 10. 4 маски стоят 10 тысяч. На выбор их тут много. Симпатичные маски. Вот они выглядят вот так вот и регулируют их. Уговорили нас. Вот они еще какие красивые. Тоже рядом маски такие, шкатулочки, все, как сороки налетели. Что там? Осьминоги тут все. Ну что, а сколько стоит? Одна порция 10 тысяч получается. Круто. Смотри, все недорого, такие цены. 3000. Клубника, а тут нет ее. Ну, может, бывает. Ну да. Но сейчас нету. Киви, это ананас, арбуз. Так, ладно. Сок можно попить, выжить. Посмотри, сколько всего. Как много. Ой, какая вкуснятина. Какая вкуснятина вокруг. У меня прям глаза разбегаются. Мы уже сейчас поели только что перед выходом. Какие-то лепешки жарят. Офигеть. Здесь лепешки. Рит, зря мы разогревали, надо было здесь поесть. Давай мы дойдем, да все же пойдем, вернемся сюда, потому что иначе мы не успеем в дворец. Все, пошли во дворец. Мне кажется, мы можем. Нет, хорошо, что мы вначале прошли, тут посмотрели, что есть. Мы сейчас уже. Нет, мы уже понимаем по ценам, что можем есть. Посмотри, осьминога. Все, сами смотрите цены. Я не успеваю одновременно все делать. Боже мой, как здесь ярко, красиво, вкусно все. А тут что такая очередь? Ух, и здесь какой-то суп. А, вот. Правда, на корейском написано. Ух ты! Давай какой. Вот той тетеньке, которую мы сказали, что мне еще суп понравился. Мне и та тетенька мне понравилась, там набор морепродуктов. Вот это что такое? Это у многих такие лепешки, они с чем? Интересно. Мне кажется, это картофель. Картофельный? Потейто? What is this? What is this? Potato? Не, мне кажется, рыба там есть. Рыба. Fish? Long beach. Long beach. Fish. Okay, thank you. Thank you. Надо погуглить, что это попробовать. Погуглить название. Ну, понятно, здесь уже какие-то другие лепешки. Пышные. Тоже. С
какие-то зеленые непонятные. Я не видела. И вот цены. А можно? А здесь очередь. Выходим с рынка, прощаемся, но мы сюда вернемся. Он улетел, и он обещал вернуться. Милый, милый. Ой, здесь подземный ТЦ. Подземный торговый центр? Написано, да. Спасибо, блин. Мне даже дверь придерживал. Представляешь, дедушка? Здесь все такие вежливые, культурные, улыбчивые. Впарили нам маски, магнитик. Не, ну что? Сори. Спустились в переход. Это подземный мол. Какие красивые наряды на девушке. 7000 шарфики. А здесь одежда почем? На корейском только. Свадебные? Не знаю, похоже. Бижутерия. Только издалека. А, нет, очки. Я не вижу. Фух, вышли с подземного. С подземного базара. Сейчас покажу, как выглядят корейские сеульские улочки. Я просто не понимаю, тут машина ездит, и люди так идут, расслабонщики. Слушай, да тут везде. А мы прям в этих салонах питаемся, тут везде вот чуть-чуть. Нет, все, будем питаться в местных забегаловках, чем в 7-Eleven ходить. Потому что в Японии были те же самые 7-Eleven. Да, денег я столько же потрачу, я в 7-Eleven. Ну, пожалуйста, на каждой улице. Да здесь целая улица этих кафешек. Да тут весь город. Весь город одни кафешки. Я уже довольна сегодняшней прогулкой, да, хотя да, она даже да. не я началась. Вижу, улыбку, кстати, сегодня, вот это модное заведение, видно, что красивое, дорогое. Господи, у меня щеки болят от улыбки. От улыбки. Все, пить не буду. От улыбки хмурый день светлее. Вот этот перекресток, как Сибуи, смотри. Да, только меньше в миллион раз. Ну не в миллион, но раз в 3-4. Миллион, ты уже сейчас прям наговоришь. И мы такие пошли.